Ребят, еще раз привет! Это уже второе видео за сегодняшний день. И сейчас я вам покажу вещи, которые незаслуженно были забыты нами, потому как в попыхах я вам показала, а вещи, которые, в общем-то, очень востребованы. Например, здесь куча булавок, которые никто не обратил внимания. Те, которые были под заказ, отобрали, и осталась такая небольшая кучка булавок, которые не куплены. Сейчас я вам их покажу. Итак, номер один за $44. У меня здесь отложенные и невыкупленные булавки круглые. Самый прикол, что мы так и не поняли, это хризакола или бирюза. В любом случае, это все медные руды. И мне кажется, что и для хризакола, и для бирюзы эта пара очень красивая. Ребята, эти булавки $44. И сейчас я к ним добавлю подружек. Подружки. Три пары булавок. Я покажу одну, не имеет смысла остальные. С гранатом. Также круглые, $44. Кому, ребята, нужно, это уже как бы вроде ничейная. То есть те, кто заказывали, вроде все свое отобрали. Это номер два. Кстати, артикул 625, если кого-то заинтересует. Дальше у нас есть булавки, которые я называю булавки, но они технически французский удлиненный замок с лабрадорами. Это был заказ, но девочка просила синий лабрадор. У нее кольцо с синим оттенком. Здесь же, как вы видите, получается зеленый больше, чем синий. И поэтому они выходят также в продажу. Тоже $44. Это 30-27. Камень, кстати, размер 10 на 12. Кому интересно, просто тут было добавлено. Ну, положим их тоже тут загорать вместе. Это 30-27. Так, дальше у нас здесь оказались невостребованными булавки. Хотя, ребята, скорее всего, это булавки, которые будут выкуплены. Я вам просто покажу. За них девочка должна внести цену, сумму. Это I-470 с гранатом. Вот так вот они закрываются. Палочку они чуть-чуть сделали длиннее, чем надо, но это не важно. Главное, они короче. То есть на закрытие оно не будет влиять никак отрицательно. Но еще раз хочу сказать, что за эти булавки должны перевести деньги, поэтому я их в продажу не выставляю. Просто вам показать, как выглядит модель. Значит, 596, которые тоже вдруг стали необычайно популярными, это прямоугольные. Что я тут вижу? Вижу я здесь с кианитом, они тоже по 44. Кианитовые. Есть лунные две пары. Нет, ну лунные все-таки, наверное, нужно обе пары показывать, потому как и лабрадоры, и киониты лунные, они все отличаются. Вот смотрите, это пара номер один. И пара номер два. Камни очень качественные, очень хорошие в этот раз. Три, это у нас 596 модель. Камни 8 на 10, если кого-то интересует. Так, дальше. Что тут еще есть? Еще есть у нас тот же артикул, 596. У нас здесь куча булавок с гранатами получилось. Я вам покажу только одну.
потому как гранат, как правило, весь более-менее одинаковый. Вот они. Тоже по $44. Так, следующее. Я, ребят, нашла еще одну пару с кианитами. Так что теперь даже есть чего выбрать. Так что кианитовых у нас теперь две пары. Кто-то просил кианитовые 613-е. Вот такие булавки, опять же, технический французский замок с аметистом граненым. Я думаю, что это кубический цирконий аметист. Уж очень он красивый. Ребята, у меня не стоит здесь цена. Это артикул А534. Это только я смогу в воскресенье выяснить узор. Потому что эти все вещи не в оптовом каталоге. Это все, как мы это называем, секретные коды. Вот, так что это только у нее. Но я так подозреваю, что где-то в районе $45, может, 46, не больше. Это А534. Еще у нас здесь затесались А427. За $42. Очень прикольные. Это вообще ни разу не булавки. Но они как-то в этой коробочке все лежали. И уже подружились. Так что нельзя было их разделять. Это, видите, вот так вот идет. Вот такая вот петля плотная. По-моему, очень прикольно. I-427. $42. Так, чем еще я вас порадую? Подсолнушки скопились тут разные. Сейчас подсолнушки покажем. Во-первых, с белилами остались подсолнухи. Если кому-то нужно, забирайте. Это раз. $51. Еще вторая пара с берилами. Берил, кстати, у них это редкость. Обычно у них аквамарин голубой такой. А вот именно вот берил такой клевый. Это поставка такая очень небольшая, думаю. Так что обратите внимание. Две пары. Дальше пришли серьги. 25-32, они пришли две пары, а нужна была одна, поэтому одна пара получилась у нас лишняя. Я в них могу поменять украинскую швензу, могу не менять украинскую швензу. Ну, вот такие вот очень симпатичные, 25-32. Цену я не говорю намеренно, потому как у меня здесь не записано, но кому нужно... выясню, либо в прошлых видео, если, может, девочки помнят. Так, дальше у меня здесь пришел 3063 кулон за $44. Он тоже к булавкам отношения не имеет, но они как-то так сдружились. И такая получилась общий коллектив в коробочке, поэтому я уже все вместе. Это бирюза с цепочкой, сердечко такое. Вот, такой кулон классный. И на подарок просто носить, кто любит висюльки всякие с камешками. Это у нас $44 с бирюзой. Еще к ним в коллектив влились два кольца по $42, 11,99. Одно с
с кианитом. Вот такое прикольное. Ну, это 18 размер явно. Хотя. 18,6, ребят. Нет, 18,5. Но он мне как бы на восьмерку довольно-таки хорошо сел. И такой же собрат у него сородыч 11,99. Только с лабрадором. Тоже $42. И он идет на абсолютно такой же размер. И вы знаете, ребята, у меня есть ощущение, что эти кольца он даже не показывал. Это вообще, по-моему, первый раз. К ним просто не было артикула, и поэтому у меня не было цены. И только сегодня мне Зор сказала. Так что есть вариант, что это вообще первый раз. Вы видите, это не повторяшки. Подсолнухи с перламутром. Их была большая такая кучка, и вот осталась только вот эта пара последняя, $51. Так что, ребята, обратите внимание, очень удобная модель, красивая, вообще со всеми вставками классно. Так, что тут еще в коробочке? Глаз мухи лишний оказался у нас, $42. Можно в него поменять украинский швензик. И будет прикольно. Но, правда, тогда они будут стоить $50. Но все равно будет хорошо. Это у нас артикул, кто интересуется. 2363. Белый кубический цирконий. Он же фианит. $42. Так, ребят, у меня здесь есть три пары гвоздиков. Цены все в районе от 27 до $31. Я потом проверю точно, кому нужно. Гвоздики с кианитами. Это артикул 229. Это раз. Гвоздики с, по-моему, гранат. Да, 2526. Вот такие цветочки. И 2520. Тоже, по-моему, с гранатом. Да, 2520. Крупнее чуток. Так, ребят, если пока что тоже временно без цены, потому как артикул этот I-496, хочу вам показать вот такие вот серьги на французском замке, в петля французская, с гранатами. Ребят, я вам честно скажу, не советую, ибо камни разбиты. Видать, эти серьги побывали в каком-то катаклизме, потому как оба камня треснуты. Жаль. Короче, если вас заинтересует такая I-496, такой артикул, вот, обратите внимание, но эти не на продажу, эти уходят в больницу. Так, еще, ребята, был заказ на 26,47. И их пришло две пары, так что одна пара получается лишняя. Вот такие миленькие маленькие серьги. Они недорогие, там 30 с чем-то долларов, я тоже перепроверю. И для ребенка хорошо, и просто кто любит мелкие украшения относительно с натуральным жемчугом. Это раз. Девчонки, если вы что-то откладываете, большая просьба, пишите описание. Например, серьги с жемчугом, так вы так. Потом и их код, потому что пишет, хочу 25-31.
в комментариях, да? Откуда я помню по номерам? Я же не робот, я не могу такие безумные количество номеров на память, как бы, и поэтому мне очень трудно ориентироваться. А вот если сказать, например, подсолнухи с перламутром, вот тогда я как бы понимаю, о чем речь. Так, натуральный розовый кварц. Это 29-14, это из новых моделей. У нас как бы было их 5 пар серег разных, осталась вот эта последняя с граненым натуральным розовым кварцем, прозрачным, очень красивым. Они не черненые, эти серьги, и в них можно поменять на швензу украинскую, кто хочет. Цену тоже не говорю специально, просто нужно глянуть в накладной. И, ребята, 16.37. Многие просили, что осталось показать. Значит, 16.37 у нас остались. Тоже очень красиво они смотрятся с украинской швензой. Английская швенза украинского производства, скажем так. Осталось вот две пары с аметистовыми фианитами. Осталась одна пара с белыми фианитами. Осталась одна пара с красными фианитами. Сейчас я вам их распутаю здесь и покажу. Вот они. И осталась одна пара с дымчатым кварцем. Шампейн забрали. Были еще и были лавандовые, по-моему, тоже не осталось. Но можно заказать. Вот, ребят, ну, в принципе, это первая часть того, что я хотела вам показать. Вторая часть — это будут невыкупленные украшения от Агаты. Существует, есть там несколько вещей, которые, смотрите, ребята, если кто-то оплатил, и у меня, например, провалилось сообщение, я этого не увидела, то, конечно же, это украшение пойдет человек, который оплатил. Если кто-то не оплатил и забыл, что он это откладывал, то его очередь автоматически стирается в пользу, так сказать, новых людей, кто хочет отложить. Так будет, я считаю, справедливо, потому как не надо забывать. Если кто-то что-то хочет купить, он, по-моему, должен все-таки вести какой-то список минимальный. Я бы вела списки за всех, но, к сожалению, у меня голова не дом советов. Вот, и я не в состоянии, конечно, контролировать все. Поэтому, девчонки, кто откладывает и забывает, что отложил, это уж, конечно, на вашей совести. Поэтому все, что не оплачено, я выставляю в продажу. Ибо делать нечего. Так, коробка с агатными красотами. Вот она. Итак, первое. Хочу показать вам кулон. $83, его не отложили почему-то, это кораллы и вот такая вот капля, все у Агаты натуральное, натуральный янтарь, натуральные кораллы, конечно же, кораллы идут тонированные, они всегда идут тонированные, всегда везде, очень редко, когда настоящие розовые кораллы мы видим в чистом виде, они стоят безумных просто денег, поэтому, когда вы видите вот такие вот кораллы такого цвета, то вы просто должны быть в курсе, что они тонированный, ничего в этом такого плохого нет. Итак, это колье $83. Так, второе, что осталось и тоже не отобрали,
Это за $40 кольцо. Зойка забрала кольцо с чисто белым янтарем. И она утверждает, что она его уже выгуляла на работу. Оно очень удобно на руке и ничего не мешает. И очень смотрится хорошо. Здесь же у нас очень темно вишневый янтарь и белый. Кто пропустил мое объяснение, как это носить, это, во-первых, 17-17,5. А во-вторых, это идет так же, как и кулон. Сюда продевается цепь. И вот так вот он висит на цепи. И получается очень красивый кулончик. То есть это трансформер. Можно носить его как кольцо. Можно носить как кулон. $40. Это, ребята, из тех вещей, которые не отложили. А, нет, есть еще один браслет, который как-то его отложили, но как-то сразу почему-то от него отказались, поэтому он так вот в одиночестве остался. $69 на каучуковом шнуре. Вот такой вот молочный янтарь с цепочкой. Он также остался не удел. $69. А теперь я вам покажу то, что не выкупили. За $49 я до сих пор наблюдаю в коробке вот эту классную бусину с таким диким янтарем на толстом каучуковом шнуре. Плюс это, как я уже говорила, что янтарь здесь вот непосредственно, видите, к шее. Если кто-то в лечебных целях как бы ради янтарной кислоты покупают, то здесь как бы оно действительно все время будет на шее. Вот такой вот красивенький совершенно шарик. $49. И последнее, что к моему великому удивлению осталось, потому как помню, что многим понравился этот браслет, но кто-то его отложил и не выкупил. Это $89. Черная кожа. Ребята, то есть теперь кто первый сейчас его отложит, опять же, может, он никому не нужен, но если да, то я отдаю. Человек, которого отложил, я не помню, кто это просто, и как бы уже не важно. Это идет вот таким вот образом, в два обхвата и на магнитном замочке. Сейчас. Трудно очень, когда смотришь в экран. Вот. Это вот таким образом смотрится. Черный агат. Два янтаря. $89. Еще Света из Ашдода отложила колье агат. Янтарь, но мне кажется, что у нее проблемы с оплатой технически. Она никак не может мне. Раньше я высылала наложенным платежом, сейчас я же наложенным платежом не высылаю. И получается, что она не совсем понимает, как мне перевести деньги. Если в течение недели она не справится, то, конечно же, я тоже выставлю на продажу. К сожалению, не могу долго держать. Сейчас вам покажу. Вот это кольешка за $120. То есть дадим Свете еще шанс. Я понимаю, что это технические трудности, но, увы. Просто девчонки, у кого нет кредиток, я понимаю, что это проблема. Потому что мне, в принципе, очень легко по Израилю перевести через Paybox, через Bit. Но, опять же, если кто не может через кредитку, то можно просто вложить мне на счет в банке. То есть как бы физически, на наличку. Вот. Так что вот это колье пока закреплено за Светой. Будем надеяться, что ей удастся все-таки выкупить. Вот, все, ребят, это пока все, что я вам приготовила. И жду вас в следующих видео и на своем сайте. Пока!